Привет, друзья, я Артемий Троицкий из Москвы. Александр Башлачев, знаете вы такого человека? Это великий человек, это гений. Это настоящая совесть русского рока, да и вообще русских людей. К сожалению, погиб уже довольно давно, в 88 году. Родился он в городе Череповце, в Вологодской области. И существует идея, в общем, даже не идея, можно сказать, огромная потребность поставить Башлачеву на родине памятник. Памятник уже тоже есть. Это проект ленинградского художника и скульптора Марии Ивановой Очеред. Отличный проект, очень мне нравится. Я думаю, что вы его увидите на планете, на картинках. Памятник предполагается поставить в очень красивом месте, на берегу реки Шексны. Помните, у Башлачева было «Горят костры у Шексны реки». Я думаю, что костры там тоже вокруг памятника будут гореть, поскольку люди будут туда идти. Башлачев такой человек, место рядом с ним пустым быть не может. И вот этот памятник надо поставить. Имеется и согласие, благословение череповецких властей на то, чтобы этот памятник поставить. И он будет поставлен. Он будет поставлен в том случае, если мы все скинемся. Я не знаю, какие тут могут быть бонусы, но это тот случай, тот редкий случай, когда я считаю, что нам не должно быть никакого дела до бонусов. Главный бонус – это то, что будет памятник Башлачева. И то, что каждый из нас и многие-многие другие тысячи, десятки тысяч людей смогут приходить на берег Шексны, смотреть на Башлачева, слушать там его музыку и знать, что был среди нас, реально был такой невероятный, великий человек, настоящий русский гений Саша Башлачев. Пожалуйста.